Здравствуйте. В ночь на 8 ноября 2020 года, в Иркутске, на пересечении улиц Лермонтова и Улан-Баторская, произошло серьезное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Subaru Legacy и кроссовер Kia Sorento. Один человек от полученных травм скончался на месте. Четверо госпитализированы. Инцидент произошел в половине третьего ночи. По предварительным данным, 24-летний водитель, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигался по улице Улан-Баторской в сторону микрорайона Университетский, подъезжая к перекрестку с улицы Лермонтова. В него на большой скорости врезался кроссовер Kia Sorento, который двигался по Лермонтова в сторону студенческого городка. От сильного столкновения легковушка разлетелась на две части и превратилась в кучу искореженного металла. Ее водитель от полученных травм скончался на месте. Двое взрослых парней и две девушки из Kia с различными травмами доставлены в медицинское учреждение Иркутска. Полиция проводит доследственную проверку по факту дорожного инцидента. Официальных данных, кто прав, кто виноват, от правоохранительных органов пока никаких нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Сотрудники ГИБДД рекомендуют всем автолюбителям, особенно которые на трассах с интенсивным движением транспортных средств, выбирать более безопасный стиль вождения и особенно скоростной режим. Обращайте внимание на погодные условия и качество покрытия проезжей части. Будьте предельно внимательными. При совершении обгона убедитесь в полной его безопасности. Не идите на необдуманные риски и берегите себя. Всего вам доброго. Всем пока.